Патриаршей синодальной резиденции в Даниловом монастыре Москвы предстоятель Русской Церкви принял президента Приднестровья Евгения Шевчука. В ходе встречи собеседники говорили о развитии православной церкви в регионе, различных аспектах церковно-государственных отношений. В беседе участвовали митрополит Кишиневский и вся Молдовы Владимир и епископ Тираспольский и Дубосарский Сава, председатель отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин. Святейший патриарх Кирилл и Евгений Шевчук обсудили сложившуюся ситуацию в Молдове и Приднестровье, которая связана с определенными историческими конфликтами. Со своей стороны хотел бы заверить вас в том, что Русская Православная Церковь и в лице патриарха Синода, и в лице предстоятеля Молдавской Церкви, и в лице пращивающего архиерея Приднестровья, мы все настроены на то, чтобы преодолевались человеческие разделения, чтобы снижался уровень порог конфронтации, чтобы люди жили в мире и чтобы уважались религиозные и церковные традиции. А если говорить о вашем регионе, то очень высок процент православных людей. Дай Бог, чтобы вот эта религиозная жизнь ничем не связывалась, а напротив являлась фактором примирения, содействуя в том числе и установлению добрых отношений между жителями двух берегов. Со своей стороны президент Приднестровья отметил, что руководство республики предпринимает определенные усилия по снижению напряженности в отношениях между Тирасполем и Кишиневом, разделенных берегами Днестра. И подчеркнул, что весомую роль в процессе урегулирования играет православная церковь. Мы в Приднестровье, безусловно, поддерживаем православную церковь. Как вы отметили, что у нас проживают в основе свои православные люди. Стараемся сейчас тоже внести новую лепту, упростить некоторые моменты процедур перемещения граждан. Вот чисто человеческое измерение для того, чтобы в рамках возможного позволить людям спокойно перемещаться через границы. Очень весомую роль, на мой взгляд, играет сама православная церковь, потому что это то, что нас на базе веры объединяет. У нас есть перспектива, потому что через духовность будут, на наш взгляд, улажены все остальные конфликты, которые на сегодняшний день мирские есть. В конце встречи предстоятель поблагодарил гостя за приглашение посетить республику и выразил надежду, что ему удастся посетить Тираспольскую епархию в рамках очередного визита в Православную церковь Молдовы.